приехали на променад. Погуляем, покажем, что тут есть. Променаде вроде 2 километра. И вот такая вот типа брусчатка. Променад находится где-то 30 чем-то километров. Забыл точно, надо было посмотреть на УАЗе. Съездить с Риги где-то. Ну, мы, например, с Плявников едем, то нам получилось 40 минут езды. Как дерево растет необычным образом. Прошли уже где-то километр, я думаю. Еще, как видим, не видно конца. Везде есть такие седухи, через каждых там, не знаю, 300-400 метров можно велики поставить, мусор выкинуть, чтобы цивильно было. Подходим уже ближе к морю, уже песок, какие-то дюны появляются, так что, наверное, скоро будет уже увидим море осеннее. Так, приближаемся уже к чему-то, наконец-то там вижу туалеты. Ну, посмотрим, что еще кроме туалетов там есть. Ну, одним словом, туалетов много, так что не бойтесь, если много чего-то пьете, говорится, есть куда забежать. Потому что лес сам по себе такой, просматривается очень все вокруг. Подходим, и дальше, видите, брусчатку сменяет дерево, но с коляской все равно проехать можно. И вот там уже будет море. Красота, наверное, будет. Вот оно море. Вот такое местечко есть с крышами. Да, посидеть тоже можно. И вот само море. Сарниково. Что, ребята, не ленитесь, приезжайте, гуляйте и дышите, как говорится, морским воздухом. Вот, мы тут прошлись, сейчас пойдем обратно. Такая неплохая прогулка. Так что советую, тем более сейчас еще не холодно, очень классно. Так, при входе на променад одна кафешка. Тут есть вот качельки. И вот там стоянка бесплатная. Бесплатная стоянка. Так. Банкет. Белое вино 5 евро. Мадонское пиво 5,5. Балтика 4,50. И аперитивчик 6,50. Вот такое вот место. Хотите? Вот прогулялись, и можно идти поесть. И там еще один бар. Тоже бар, кафешка. Там еще... Тут доски можно взять.